Короче, кроватка стоит 4. Кровать стоит 4800. Та, которая мне понравилась. Овальных нету. Он говорит, что овальные не очень, они практичные. Почему знаю, что они очень практичные? Ну, это все зависит, конечно, от производителя, от качества. Смотрела я на... У нас на Украине OLX, Авито, OLX, да, вот, которые магазины продают бэушные всякие кроватки. Заглянула на этот сайт и посмотрела, что, во-первых, очень высокие цены на данный товар, и бэушные, они не очень в хорошем уже состоянии. То есть вот эти вот реечки, которые тоненькие, в основном трескаются, что я наблюдала. Здесь представлены новые варианты, а те, что идут бэушные, детки уже погрызли бортики, палочки вот эти ломаются, маятники расшатываются. Ну, как бы отдавать денежку не очень хочется за бэушным. Поэтому остановилась я на новой кроватке. Она все равно нужна. Так что у меня дитё будет спать в новой кровати. Короче, приходится мне вот теперь вот так вот мешок, и сзади за спиной у меня огромный рюкзак с продуктами. Ну, что ж теперь сделаешь? Нету транспорта. Есть ноги. Будем ногами, значит, худеть. А то еще что-нибудь поломаем. Ну, в этом году это вообще какой-то капец просто полный. Вся техника у меня... Или это какой-то знак просто? Так, сейчас, секунду. Или... Господи, да что я не могу никак себя... Не... Падает у меня зонтик на голову, бегу зонтиком. Или это какой-то знак мне, да, чтоб я не садилась на технику вообще никакую. Ходи лучше там или пешком, или как-то, я не знаю, или с кем-то езди. Потому что-то у меня в этом году с этой техникой не лады. О, как-то так вот лучше нести. Если честно, то не раз во сне я видела... И какой-то ужас, что я не то, что там попадаю в аварию, а именно, что я не могу затормозить. Что на большой скорости я еду, и у меня не срабатывает, господи, педали тормоз. Смотри, тут тормоз я. Господи, ужас какой-то. Вот, нафиг мне тут зонтик. Да, я сегодня целый день с вами беседую. Целый день. Сколько иду, столько беседую. Да, и не могу затормозить. Так у меня в этот раз получилось, что у меня плохо сработала педаль тормоза, но это не была моя вина в той аварии, да, в машине это. Он нарушил. Но тем не менее, как бы тормоза, можно сказать, мне и отказали. Хорошо, что я делалась с легким испугом и не пострадала. Пострадала только, взяла на себя всю эту машину. Ну, как говорится, да, хорошо, что взял деньгами. Вот. Так что вот такие вот. Я не знаю, что это. Это по-любому какие-то знаки. Это не может быть так. Ну, я не сержусь абсолютно. Все хорошо, все замечательно. Спасибо. Ногами, значит, будем ходить ногами. Ух. Там у меня на заднем плане кладбище. Хочу сильно вам показывать. Вот. Да, мимо церкви я всегда крещусь. Хотя в церковь нашу я редко хожу. Но, тем не менее, в этой церкви я была крещенная.
крещенные мои девочки. И еще мы не крестили Лешку, ой, Женьку. Еще Женечку похрестим в этом же храме. Вот. О, я сделала. Да, церковь наша. Поэтому вот. Да что за дурацкая у меня привычка поэтому говорит. Все у меня поэтому. И поэтому. Мне кажется, что это знак какой-то свыше. Быть аккуратней, быть предусмотрительной. Ну не мог же просто так у меня сломаться сегодня велосипед. Вот сегодня я выехала из дома и сломался велосипед. А не дай бог что-то попало. А вдруг сломался бы, я переезжала перекресток или еще что-нибудь. Ну, то есть может быть всякое, правда. Это может быть все что угодно. Так же само и машина. Видите, подставилась она сама. Не на большой скорости. Понятно, что возле перекрестка я всегда притормаживаю. Скорость была снижена, поэтому... Блин, опять поэтому. Да что же такое? Ну, неважно. Короче, вот так. Ну, все хорошо. Все живы, все здоровы, все замечательно. Мне кажется, знаете, что мы в том году пострадали немало, перетерпели немало и прожили немало. Тут был год, он для нас решающим. Решающим в том, что нужно поменять что-то в своей жизни. Что надо посмотреть, как мы живем, что мы делаем, с кем мы дружим. А вы знаете, такие ситуации, они показывают истинное лицо людей. Кто-то в такой ситуации подал руку помощи, плечо, и можно сказать, не то, что плечо и руку, а сам как мог, так и помогал. Другой, на первом этапе, может, прошла помощь, а потом, опа, какая-то зависть пошла, или обида, или что, я тоже не могу понять, не могу, честно, я даже не хочу находить какие-то оправдания таким людям. А третьи, вы знаете, третьи вообще не захотели, то есть начали ставить палки в колеса. А были такие люди, которым я очень благодарна за то, очень благодарна. За то, что они вообще не лезли. То есть не то, что они там нейтралитет, им было все равно. И это, по-моему, было самое лучшее, что они могли сделать. Если им было все равно, они нам и не помогали, и не вредили. То есть их не было. И за это им благодарность, потому что они не мешали. Не мешали. Это, мне кажется, лучше было и честнее, чем помогать, а потом отказаться. То есть ставить такие какие-то вопросы какие-то такие. Ведь не говорил никто, что должны были там от начала до конца с нами быть. Но хотя бы нужна была поддержка, а не бросать, подставлять, обижать. Самый тяжелый для нас момент. Сейчас уже пройдя год, вот сейчас будет в декабре год, как мы живем в новом доме, да? Да, пускай там света нету, пока нету. Мы все делаем с мужем для того, чтобы это все сделать, чтобы Новый год встретить с маломальским ремонтом, в хороших условиях, чтобы было в доме тепло, хотя сейчас тепло в доме уже, чтобы был свет. Мы сейчас очень сильно стараемся, я очень благодарна ему. Благодарна за то, что он не бросил, что он был со мной рядом. Все же знают, да, что мы расписались в том году только. У нас были разные с ним отношения. Мы не могли найти точку соприкосновения, мы не могли понять друг друга. У нас очень такие сильные характера с ним, и у нас были много разногласий. Но тот год действительно дал нам понять, что мы должны быть друг с другом. Мы должны помогать друг другу. И семья – это самое главное, что есть в нашей жизни. И мы должны это ценить, это беречь. Что мы на данный момент и делаем. Вы знаете, я очень рада, что даже такая вот сложная ситуация нам дала понять, разобраться и в людях, и в себе, и в друг друге. Это здорово, когда, наверное, до наших голов доходит то, что хотел донести до нас Бог. Я надеюсь, что он именно это и хотел нам донести.
что хватит ерепениться, хватит бегать, хватит прыгать, надо остепениться и жить, наслаждаться жизнью. И все прекрасно, супер. И мне даже говорю, это вот сегодняшняя ситуация с сломанным велосипедом, она просто меня рассмешила. Мне просто стало смешно. И я в отличном расположении духа. Мне очень хорошо, комфортно. Я нашла кроватку моему принцу. Она даже с корон. Я вам покажу. С короной надо только поехать. Наверное, сейчас оставлю продукты. Он пока с вами говорил, а практически еще немножко. И я дошла до дома. Боже, я так пить хочу. Вы даже не представляете. Для меня... Я хочу пить, а не выпить. Если вдруг что. Просто пить хочу. Я не могу долго ходить в маске. Я зашла в маске, и я понимаю, через минут 10, что у меня начинает кружиться голова. И нехватка кислорода, тяжело дышать, и я себя не очень хорошо чувствую. Поэтому бегом. Я с магазина и на улицу. Тут сняла масочку, и все со мной хорошо. Но я купила себе водичку, я сейчас, наверное, встану. Не встану. Я, наверное, встану. Встану, попью водички. Потому что я уже не могу. О, я устала. Вы что, понимали, у меня вот огромнейший пакет. И огромная, я уже показывала, да, сумка, в которой одни консервы. Честно, я купила себе гадости, купила себе фанту. Боже, на кино все страшные. Ну, тут сейчас времени. О, я так пить хочу, ужас. Это жесть.